Для всех знаков зодиака 26 декабря наиболее благоприятны финансовые операции и деловые переговоры. Овны, на работе может произойти конфликт. Поможет с ним справиться дружелюбие и оптимистичный настрой. Не стоит начинать что-то новое, главное завершить и закрыть до Нового года текущие вопросы. Хороший день для романтических свиданий, знакомств. Домашние дела потребуют вашего внимания. Тельцы, помните, если думать о хорошем, то это и случится. Не стоит обращать внимание на критику, но и вы сами следите за словами, иначе можете поссориться с нужным человеком. Плодотворный день для работы вас ждет, поэтому займитесь тем, что никак не может сдвинуться с места. На этот раз обязательно все получится. Близнецы, держитесь подальше от конфликтов и споров. В разговорах может чувствоваться раздражительность, излишняя эмоциональность. На работе будьте особенно дружелюбными. Попейте чай с коллегами, купите что-нибудь вкусненькое. Это поможет создать гармоничную атмосферу. Раки, готовьтесь к перепадам настроения. Может показаться, что вас хотят обидеть или задеть словами. Не стоит драматизировать события. К полудню все переменится. Вы станете более активными, продуктивными и сможете плодотворно работать. На поступающие предложения 26 декабря лучше отвечать отказом. Львы, планы, которые вы наметили на первую половину дня, могут измениться. Отношения с близким человеком нельзя назвать гармоничными. Недоговоренности, тайны не располагают к доверию. Хороший день, чтобы провести его в уединении, заняться самостоятельной работой или творчеством. Девы, избегайте конфликтов на работе. Старайтесь не портить себе настроение и занимайтесь чем-нибудь позитивным, вдохновляющим. Поступающие предложения тщательно анализируйте, дайте себе время подумать. День благоприятен для романтических знакомств и свиданий. Весы. У вас будет много контактов, передвижений, телефонных звонков. День достаточно активный, главное не говорить лишнего, чтобы не обидеть оппонентов. Высока вероятность, что вам подарят романтический подарок. Это удачный день для покупки новогодних сюрпризов, старайтесь быть дружелюбнее. Скорпионы, первая половина вашего нового дня – не лучшее время для посещения магазинов. Ждите много комплиментов в свой адрес, романтических предложений. Только сразу не очаровывайтесь человеком, узнайте его получше. Кому-то придется решать чужие проблемы, не расстраивайтесь, вам тоже в свое время кто-нибудь поможет. Стрельцы, ждите новостей. Кому-то придется из-за них менять свои планы, но не переживайте. Все, что происходит, к лучшему. Относитесь к поступающей информации критически, больше времени уделяйте общению с близкими. Захочется устроить романтический вечер или заняться творчеством. Козероги, у вас велик шанс не оправдать чужих надежд. Но не стоит расстраиваться, потому что вы все делаете правильно. Главное следовать по своей дороге, а не заниматься чужой жизнью. Планы лучше пока держать в секрете. День подходит больше для самостоятельной работы, так вы будете продуктивней. Водолеи, если вам захочется поделиться с кем-то наболевшим, то выбирайте правильных людей, которые точно не разболтают вашу тайну. Настроение будет быстро меняться, поэтому продуктивность будет снижена. Так что не стоит заниматься важными делами. Если еще не украсили дом к празднику, 26 декабря – благоприятный для этого день. Рыбы, вы притягиваете взгляды, и многие хотят с вами общаться. Воспользуйтесь этим и попросите поддержку, помощь у коллег, премию или отгулу руководства. Возможно, интересное предложение, но сразу соглашаться не стоит, дайте себе время подумать. Вечер подходит для семейных посиделок и обсуждения новогодних планов. У всех знаков зодиака 26 декабря довольно благоприятный день для того, чтобы дать в долг или заняться финансовыми вопросами. Звезды знают, что говорят.